Сдать анализы, получить результат и проконсультироваться у высококвалифицированного специалиста обычно на это уходит не один день. Сделать все и сразу юным пациентам позволил визит мобильной бригады научно-исследовательского клинического института детства, который приехал в детскую поликлинику Щелковской больницы имени Гольца. Когда приезжает бригада, это, скажем так, большой шанс, да, для родителей проконсультироваться, узнать какие-то дополнительные моменты по здоровью их детей. Соответственно, наша задача не только проконсультировать, но осуществить сортировку, да, то есть если здесь тяжелые дети, которые там до этого не наблюдались, их нужно, да, обследовать, направить, вдруг кого-то нужно госпитализировать и так далее. Я считаю, что бригада выполняет очень важную функцию для всей Московской области. Провести прием приехали 5 специалистов – нефролог, аллерголог, кардиолог, эндокринолог, пульмонолог. Работала выездная мобильная лаборатория, которая оснащена всем необходимым диагностическим оборудованием, в том числе аппаратами КГ и УЗИ. Запись на прием к узкопрофильным врачам велась участковыми педиатрами в течение нескольких недель. Врачебный десант позволяет быстро и рядом с домом пройти обследование, отслеживать состояние пациентов, корректировать лечение. Первый выезд мобильного комплекса «Ники детства» состоялся в феврале 2022 года. С этого момента врачи осмотрели почти 18 тысяч маленьких жителей региона. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.